Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Доброго дня всем. Меня зовут Елена. Хочу рассказать о событии у нас в городе Кемерово произошедшем. У нас в Кемерове есть речка очень маленькая, Искитимка. Она впадает в Томь. И дней 5 назад она вдруг приобрела ярко-красно-бордовый цвет. Сама я там не находилась, но видела это моя мама, что речка была красной. Но это произошло, думаю, не случайно. Мне тут вспомнилось пророчество праведного отрока Вячеслава Чебаркульского о том, что реки будут менять скоро цвет. Они будут красными, как кровь, он сказал, и скоро пить такую воду нельзя будет. Есть такой фильм про него, «Русский ангел» называется. Там об этом подробно все рассказывается. Диски, иконы, камешки, правила по вымаливанию убиенных младенцев, акафисты, все это мне прислал иеромонах Михаил с Псковской области. Он служащий, стоящий в истине. Еще отрок сказал, что вода будет уходить. Замечу, что святой отрок родился здесь, в Кемеровской области, в городе Юрга. Христос воскресе, дорогая наша матушка Валентина, братья и сестры во Христе, обращаюсь к тем, кто стоит в истинной православной вере, в истинной любви к Господу нашему Иисусу Христу и Его святым. Ас раба Божия Нина, с города Ливны. У меня много свидетельств о небесном покровителе, духовном пастыре, хозяине, печальнике русской земле, о святом пророке, целителе, чудотворце, отроке Вячеславе. С ним знакома уже 30 лет, со дня встречи с ним и его матушкой Валентиной Афанасьевной, Свято-Троицы Сергиевой Лавре. Многие знакомы о моих свидетельствах, книгах, дисках об отроке. У меня есть откровения о грядущем царе, но кому рассказываю, мне не верят. Значит, еще не время. Русскому народу надо пострадать, что мы сейчас и видим. Хочу рассказать вот о таком чуде. 26 октября, день празднования Иверской иконы Божией Матери, нашей вратарницы. После прочтения акафиста и прошения Матери Божией о защите моей семьи, родных, близких и нашей России от Антихриста и его печати, я увидела на иконе святого праведного отрока Вячеслава, пророк грядущего царя, масленичные струйки, отходящие от нимба. С правой стороны там лик Пресвятой Богородицы, покровительницы. И так, такая полоса. От этой полосы исходят струйки масленичные. Три струечки. И четвертая остановилась каплей у виска отрока. Благоухание сильного не чувствовала, так как у меня в теле благоухает крест. Я думаю, что это надо нам, Господь, Матерь Божия, говорит, что отрока Вячеслава надо соборно прославить в России. Много о нем говорить надо, об отроке. И тогда мы победим врагов со своим святым отроком Вячеславом. Есть еще чудотворная икона. Это отрок исцеляющий, где держит в ручке цветочки. Если вас заинтересует, я могу еще за икону сказать. Она чудотворная. Аминь.